К другим темам давайте перейдем. Представляете, Марк Цукерберг встретился с папой римским Франциском и подарил ему дрон, который не работает. Зачем, вы спросите? Я сейчас объясню. Это копия, уменьшенная копия изобретения Цукерберга. Он сделал беспилотник, который может раздавать Wi-Fi на труднодоступных территориях. Ну, а вообще, вот эта встреча произошла в рамках поездки Марка по Италии. Давайте немного об инновации подробнее вам расскажу. Пробный проект уже есть. Этим летом состоялся первый полет, он не упал, все в порядке. Размах крыльев дрона 34,5 метра, чуть больше, чем у Боинга. 90 дней без подзарядки он вот так вот может кружить, работает на солнечных батареях и обеспечивает связью территорию в 100 квадратных километров, которые прямо под ним находятся. На самом деле в пустынях так можно раздавать интернет и в джунглях. Позже предприниматель на своей странице в соцсети рассказал, что очарован милосердием и нежностью посланий папы. Кроме того, восхищен технической подкованностью главы католической церкви. Как известно, Франциск ведет твиттер-канал, а также создал аккаунт в Инстаграме. Там уже 3 миллиона подписчиков, больше даже. Предлагаю видео посмотреть, одно из последних. Пусть неудержимый ветер святости принесет внеочередной юбилей милосердия в Северную и Южную Америку. Это из другой речи, но о празднике, о котором сейчас говорит папа, праздник милосердия. Хорошее время, чтобы сказать вместе: Господь, я позволил себе обмануться и упускал свою любовь, но я здесь, я нуждаюсь в Тебе, спаси меня. Еще раз, Господь. Вот вам примерный перевод речи Папы Римского. На самом деле он чаще фотографии выкладывает, видео реже, но вот одно из них.